Учебный год подходит к концу, и у нас в Центре туризма и краеведения мы решили провести мероприятие «Мама, папа, я, спортивная семья», как подведение итогов. Приходят семьи, наши детки с мамами, с папами, где у них формируются команды, и они соревнуются. Для чего это сделано? Для того, чтобы родители, во-первых, увидели, что привлекает детей, их в нашем центре, и они любят ходить сюда, им нравится. Чему они научились за учебный год? И более того, мы дали возможность родителям попробовать самим делать то, что научились делать их дети. Одевать системы, пользоваться карабинами, преодолевать какие-то переправы и участвовать во многих других конкурсах. Вот. Для чего это сделать? Для того, чтобы сплотить детей с родителями, чтобы они понимали друг друга и знали, кто чем увлечен, кто чем живет, кому что нравится, и скрашивали свою этим жизнь.